Бум! Всем привет! Смотри, Лаут, и Сеси Леврен. И сегодня мы будем играть в аватарию. Так, Соня. А! Шо? А, ну ладно. И, короче, вот я в аватарии сейчас, да. Вот, я уже 7-й левел, Соня такой. Ну ладно. Я только 2-го левела. У Сони был еще один игрок. У меня лагает аватария. Нет, у тебя не лагает аватария. А ну-ка. Нет, у тебя она не лагает, просто иногда... Да, у тебя лагает аватария. У меня тоже... Вот у меня... А! Соня, а ну-ка, вот так, вот так. Это что такое? Ладно, Соня, перезайди. Хорошо. Сейчас мы перезайдем нашу аватарию. Нет, Соня, не так. Сначала вот так вот... Сейчас. О, боже мой. Ты знаешь, что делать, да? Да, ладно. Извините за первое на такое начало. Ты могла просто закрыть все. И... Так. Так, ну и ладно. Так, что мы сегодня будем делать? Так, давайте пойдем на какое-нибудь событие. Давайте, событие. Событие у нас будет... титул можно... Ну, давайте титул. Играть. Так, короче... Серьезно? Я уже зашла. Я пришел к какой-то Кате на титул, который даже не титул, да? Давайте сходим... Туса от Даши. Сходим на туса от Даши. Нет. Чтобы купить кому-то подарки. Точно не надо. Ну а что, взорвали, серьезно? Только за золото, жалко. Если б я вас встретила в аварии, то я, конечно же, вам дала. Съесть. Я не смогу съесть, да? Мы купим одно колесо удачи. Так, давайте сейчас я оденусь. Нормально. Давайте купим. Прикол. О, не-не-не-не-не-не-не, это не пойдет. Давайте, например, не, это больно у меня. Сейчас мы возьмем это. Вниз. У нас еще 2 остаются. И обувь. Я куплю, пожалуй, да, вот этот граффити. Ну что тут все голые, я что-то не понял. Это же туса от Даши. А где Даша, кстати? Хорошо, она за текстурами стоит. Вот это поворот, конечно. Я тоже хочу за текстурами стоять. Что за текстурами? Это ты? Это что? Короче, почему-то я не могу купить. В смысле, не можешь купить? Ладно, купим за 2. А у тебя даже на это. Так, можно за золото купить. Ну вот именно у тебя 0 золота. Я не походу что-то купила просто. Вот что ты хотела купить? Предмет. Какой? Вот. Ладно. Ну серьезно, что она стоит? Кирилл, как мне зайти туда? Куда? В смысле, куда? Предметы? Приколы? Что, лето? Да. Сейчас мы пойдем куда-то запустим фейерверки. Ну, я не знаю, в принципе, это бесполезно. Что-то, ну, да ладно. Почему? Ну, что она делает? Тут парень совсем... Одинёшенек? Да. И решил кого-то позвать. Я посвятого Кира! Он хочет найти друзей. Как я вижу. Кира кошек. Итак, давайте запустим фейерверк. Кира кошечка. Стоп, Кира кошечка.
никуда я не иду. Тебе странно, Свет? Использовать. Я тоже очень не странно. Мне не странно. Просто голос. Использовать. О, боже мой. Ну, я вообще не понимаю. Есть фейерверк! Ну, ладно. У-ху! Фейерверк! А уже убил фейерверк. Так, смотрите. Давайте посмотрим. Это спойлер. Это небольшой спойлер. То есть она не запрещает. Так, а вот давайте купим топик. У меня это. Что она купила? Это оливчик какой-то. Это топик. Ну ладно. Тысяча четыреста вроде. Я вот уже не помню, если честно. 1435 я не помню. Нет, 1490. Ну сегодня пока что разбираться в топиках, а мы дальше сразу пойдем. Свадьба к нам. Давайте, наверное, купим. А, это вот... А, куда ты делаешь? Эти фильки. Бэк ту лето, бэк ту дёрну. Давайте купим эти свёртки. Они очень красивые. Аксессуары. О, дыхай это. Очечки мы не будем покупать. Дыхай была другая. У нее были... Она была брюнеткой. Ну. И она поменялась. Я нашла. Давайте купим повязочку. Аида. Карина. Даже Анна. Да? Нет. Мне кажется, это Чокер. Нет. Райан? Нет. Вся? Да. Кирилл, чё ты орёшь? Я просто волнуюсь. Это вся, она у меня... Ну, я её добавила в друзья. Ууу, привет. Давайте купим это. Шейдинг. Привет, привет, привет. На канале это типа пояс. Так, смотрите, вот сейчас. Давайте купим, недорого. Смотрим, что делаем. Короче, идем на YouTube. Давайте. Блин, Кирилл, поймай, хочу. Давайте купим нам сережки. И мне эти очень нравятся, кстати. Давайте купим за 50 монет. А, видео можно смотреть, да? Ну, они мне очень нравятся. Эти больше. Давайте их купим. Ладно, так, сейчас. Какой там канал? Какой там канал? Аватар? Давайте я вам покажу, какая у меня одежда. Я купила новую модель. Какую модель? Короче, ну, на лето. Я купила такой топик и сережки. Так, это, то есть, новая коллекция. Давайте пойдем дальше. То, что я купила, это майка. В комплекте что? Ну, топик, я вам уже говорила. Такую майку. Ой, не то. И еще один топик. Низ. Я купила джинсики, шортики и юбочку. Платье у меня всего лишь одно золотое. Да. Оно мне не очень нравится, я его никогда не одеваю.
обувь. У меня такие сапожки, балетки, такие ботиночки и шлепки, аксессуары. Такой браслет, еще один браслет, который мы купили. Такой чокер, пояс, но его сейчас не видно. Такой. Сережки такие. Такие сережки, которые я вам покажу. Сережки-кольца. И такие. Кто? Кто? Кто ведет стиль? И вот такой вот купальник. Он красный, но он самый дешевый. И комплект — это такой топ и сережки. Давайте оденемся. Шорты. И низ обувь. Это шлепки. Сохрани. Сейчас я большую часть буду снимать про аватарию и про всякие игры. Ну, надеюсь... Давайте я вам расскажу. В следующем видео я вам буду показывать все про аватарию. И тут одна девочка лежит, коробка в ней крутит. Понятно. Марьяна Ро, отношения приятели. Я не хочу поединок. Она не хочет со мной дружить. Ты же грудничка, тебе всего лишь где-то 5 лет. Конкурс красоты. Ко мне. Сейчас посмотрим, как тут проходит конкурс красоты. Так, похоже, я тут. Только нас тут трое. А жалко. Тут компьютер зачем? Так. О, блесняшки. Мы все девочки в топах. Мы с девочкой. Я одна в таких сережках, это очень-очень-очень круто. Ну, удивительно, я закончила видео. Потому что я и так уже заглядываю в бокс. Ну, я тоже буду с вами прощаться, но не навсегда. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите лайк. А когда подпишетесь, вы нажмете под низом на колокольчик и на кнопочку подписаться. И всем удачи, всем пока. Бай-бай!